Здравствуйте, с вами снова Андрей. Мы продолжаем играть в Borderlands The Pre-Sequel. И мы... Я тут немножко поиграл без записи. Немножко пофармился. Ну, дофармился только один уровень всего лишь. Несмотря на то, что выполнено несколько старых побочников, но они не особенно интересны. А что надо сделать-то? Понятно. Так. Мне FPS просел. Пипец как. Где они? Так, все, вроде бы. Товарищ кончил. Задание выполнено, отлично. Пойдем его дадим. Из того, что как бы было пропущено, в принципе, более-менее интересно было. Ну, во-первых, то, что история появления молотильщиков на Пандоре. Так, если было целый берем. Вот, это мы Хаммерлоку их отправили там, детенышей. Вот, ну и там квест про... возлюбленных Нины, которых нужно было убивать разными стихийными уронами. Ну, в общем, так, в принципе, так. Ничего особенного. Так, что у нас еще творится? Так. Ну, как видите, я даже до сих пор не разобрался со всеми низкоуровневыми квестами. Вот, поэтому... Так, в Гиперионском центре героизма что-то у нас есть. Он, наверное, не такой уж низкоуровневый, поэтому может туда и сходить. Единственное, что... Единственное, что надо найти какое-нибудь место, где... Собственно говоря, Fast Trial работает, я уж не помню.
вообще не понимаю, от чего зависит FPS у меня на компе. Был нормальный, стал 11. Так. Так, Гиперионский центр героизма. Давайте сюда сходим. Так, а если мы немножко снизим настройки? Так. О. Ну, просто Дэдпуль. Там растительность. Объемное освещение. Дальтоника. Жесть какая. Что-то как-то я не заметил никакой разницы. Вот, по нём восклицательный знак. То, что у меня мало денег, это я проиграл значительную часть казино и ничего толком не выиграл. А, я даже вспомнил, что это за фигня. Давайте выполним все-таки квест. Он низкоуровневый, конечно. Так. All germs must be obliterated. My robotic cleaning crew is missing. Go create messes, so my three crewmen will reveal themselves. Сделать-то. Ага. Мать робот-уборщика, где он? Вот он. Куда, куда, куда? Не, что-то FPS совсем просел. Продолжаем. Так, блин, FPS не хочет восстанавливаться. Я не знаю, я закрыл все программы на компе. В общем, если FPS я сейчас не восстановлю, тогда серия будет укороченная. Потому что сам... я понимаю, что смотреть такому FPS это как-то не очень круто. Да ё-моё, я даже не понимаю, что происходит. Даже не вижу никого. А,
Да ё-моё. Вы издеваетесь, что ли? Уродец. Ну все, пес мне. Не, ну блин, с таким FPS, конечно, это совсем грустно. Причем явно связан не с игрой. А мне нормально шло. Ой. Уже, блин, за солдат дали, особенно ничего не дают, так сказать. Печалька. Надо... Да ё-моё. А, он уже вышел. Не до вас мне сейчас. Так, построить бочки с нефтью, окей. Видимо, случайно попал в трубу, которая не нужна. Вниз, что ли? О боже мой. Я даже не знаю, имеет ли смысл бегать, потому что беги лагает просто безумно. Вижу, только это мне как-то когда не помогает. Наверное, здесь проходит. Сейчас позвоню. Окей. Блин, а чё он его не схватил? Return the box to me immediately, or risk an ammonia enema, you sack of germs. Whatever you want, jackass. Watch your tongue, or I will clean it with battery acid. Да, своеобразный местный юмор. Честно говоря, далеко не всегда смешно. Somebody wants more.
кто еще есть. Так, все, уже задание выполнено, да? Окей! Clean again begins. Космический пират. Так, в таком случае смотрим, что у нас еще есть. Исследование и разработка. Нам надо еще туда сходить. Так, в офисе был Fast Rail рядом, по-моему. Что касается прокачки, я прокачал еще на 5-й уровень очки бури, которые на вот. Вообще блин, с проседающим FPS это, конечно, знаете, удовольствие ниже среднего. Так, вам сейчас надо сюда. Я правильно понимаю. Да. Я вообще не знаю, что там происходит.
тут поверху лазит. Все равно уже, блин. Так, лаборатория 19. Здесь было что-то большое. Бум-бум-бум. Какой огромный набор клише. Drama queen. Посмотрим, что это за тварюшка. The hell's behind that curtain? What's the deal with this lab? Vault Hunters, the Hyperion Corporation is not responsible for whatever you unleash. Do not put our space station at risk. Я подозреваю, что это будет маленький кролик. Authenticator code can be found elsewhere on the R&D level. Warning, the authentication code changes on the timer. Find the code, then quickly punch it in. О боже мой. Ладно. Just shoot the dials to input the combination. Так. Чё здесь не... Блин. Так, где этот вход? Так что
Так. Whoa, that actually worked? I cloned this monstrosity myself. It is a perfect replica of the creature that terrorized Pandora. The Destroyer! That little last thing? Not super good at math. Oh, for the love of it. Just kill the stupid thing, will ya? You know, that thing would have actually been pretty damn useful if it hadn't been the size of a friggin' thimble. Whatever, just come back whenever you're ready. Hey, you should make that Nakarongo whatever guy pay you for cleaning up his stupid mess. Oh, I hate that Naka whatever guy so much. He didn't die! I'm happy! Super happy! Chuck likes you better than me! It's awesome! В общем, меня так подозревало, что тут какой-то лах. Так. Прошу прощения за посторонние звуки. Ребят, мне за вас уже экспы не дают, отстаньте от меня. Так. My bad. Так. Посмотрим квесты. Значит, у нас есть квест в каньоне пустоши 12 уровня, да? И 11 уровня, два квеста, в общем, они не представляют никакого интереса. Но я думаю, в связи с тем, что у меня сейчас какие-то проблемы с FPS, мы сейчас не будем проходить основной сюжетный квест, потом немножко пройдем. В принципе, там 24 уровень уже вполне нормально. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, дальше будет... Надеюсь, без падения FPS. С вами был Андрей, всем пока.